В Элисте завершился конный поход, посвященный 80-летию освобождения Калмыкии от фашистских захватчиков. Отдать дань памяти героям, стать примером для подражания подрастающему поколению и привить детям любовь к родине и чувство гордости за свою республику – главная цель проведения конного похода. Напомню, его маршрут начался в селе Малые Дербеты и пролегал через 12 населенных пунктов республики. В общем, всадники преодолели 250 километров и финишировали в столице республики. В конном походе приняли участие более 40 человек, самому старшему 73 года, а младшему 10 лет. Надо отметить, что к конному походу присоединилось большое количество детей. Сегодня ваш поход стал мостом между прошлым и настоящим. Объединил в одном строю настоящих патриотов, среди которых, что очень важно, и представители подрастающего поколения. Главная миссия конного похода – донести до молодежи всю правду о войне, о героизме советского народа, ковавшего великую победу над фашизмом, как на фронтах, так и в тылу. Вы еще раз напомнили землякам о героическом пути 110-й кавдивизии, о подвигах ее воинов, золотыми буквами вписанных в летописи тех суровых лет. Героический пример наших предков всегда в наших сердцах. Будем достойными потомками этого великого поколения. Помним прошлое и смело смотрим будущее. Мы проводим с целью военно-патриотического воспитания молодежи, детей. И несмотря на возраст, расстояние, все в седле, держим марку. Пользуясь случаем, выразить хотел благодарность главе Республики Калмыкия, правительству, администрации, всем главам СМО, главам района, всем, кто принял участие в этом походе, всем и к Ханултан Ирджинов от братьев, друзей, товарищей.